16-летняя пилотесса Ирина Сидоркова, дебютировавшая в этом сезоне в российской молодежной серии СМП «Формула-4», взяла свой первый подиум на четвертом этапе в Казани. В квалификации спортсменка уступила всего 182 тысячных секунды обладателю второго времени, своему товарищу по команде СМП «Рейсинг» Павлу Буланцеву. Первую гонку Ирина завершила на третьем месте. Уже на старте Ирина вырвалась вперед, но сбавила темп. Вначале ее обогнал Лобаненко, а затем еще один пилот СМП «Рейсинг» Алексей Несов, который финишировал вторым. Во второй гонке этапа Ирину ждал обидный сход. Компанию Лобаненко на этом подиуме составили Павел Буланцев и Александр Вилаев. Пятый этап российской «Формулы-4» состоится 3-4 августа на автодроме АДМ «Рейсвей» в подмосковном Мечкове. Еще один пилот СМП «Рейсинг» поднялся на подиум мирового чемпионата «Формулы-3», четвертый этап которого прошел на британском автодроме «Сильверстоун». В пятничной квалификации Роберт Шварцман искал баланс автомобиля и показал лишь шестой результат, поэтому субботнюю гонку россиянин закончил пятым. Зато в воскресенье Шварцман стартовал с четвертой позиции. В самом начале заезда, вероятно, из-за перегрева шин болид занесло, и Роберт пропустил вперед одну машину. Однако во второй половине гонки Шварцман уже начал атаковать, прошел трех конкурентов и финишировал вторым. Кроме того, петербуржец установил лучший круг в гонке и получил за это два дополнительных очка. В общем зачете чемпионата Шварцман накопил 114 очков и лидирует. Пятый этап «Формулы-3» состоится в августе на Хунгаро-ринге.